right. Какая сегодня погодка. Отлично. Самое время покатать. Ну что, как говорится, let's ride. Мы уже и на месте. Сейчас ждем остальных челиков из Бетанкью и летим катать. Вот такой вот скейт-парк, построили какой-то платный скейт-парк у Вербова. Пишите в комментариях, как он. Ребята, я повредил колено, поэтому вряд ли смогу что-то, какие-то трюки выдать, но все равно пойду катать. Увидимся уже, наверное, в Пышме, ну либо... Ну, может, подсниму, как мы сядем на трамвай. Пока. Ищ! Вот они. Люди, с здорово. Которыми мы сегодня катаем. Здорово, брат. Короче, мы сейчас едем на Перилу. И там уже увидимся. Пока. Приехали на Перилу с пацанчиками. А сейчас будем брать вот это вот ебейшую Перилу чисто. Она маленько помятая, вот тут, но взять ее можно. Попытка. Нормально. Следующее, пошел. Это лютый влог, поэтому делаем, что хотим. Балбес. Александр, давай. Ну, Саня, пока. Нормально, баланс. Снимай. Давай. Ой, я, випчик. Барчик. Хил. Давай, хила. Халло. Нормально, випа сразу надо. Все, хорош. Из-за того, что я сейчас поделал трюки, у меня теперь, походу, потекла кровь, ребята. Это капец. Сейчас мы отправляемся в скейт-парк. Вот Санек. Там сзади Димончик. И мы летим в парк. Давайте увидимся там уже. И вот такой вот спуск. И вот этот молодой человек хочет его взять. Сейчас подожди, люди придут. Все, давай. Хорошая, брат! Максим тоже берет ту штуку, которую я брал. Давай! Короче, на Санек. Подержи скут, подержи. Я решил ботинки себе почистить.
на нас смотрит тетенька и думает, что мы там. И думает, что мы дебилы. И мы не дебилы. Мы самокатеры. А это Саня, который в кадр лезет, да, Саня? Ты зачем в кадр лезешь? Дебил. Мы только что были вот здесь, чистили мне обувь. И сейчас прилетели на спот, который совсем рядом, где молодой Александр собирается делать вип. Бар-вип. Давай, Санечек, лютый подсъем идет. Щищ, хорош. А еще вот здесь есть дроп. По сравнению с моим самокатом просто. Ну, заебись сравнение, сука. Короче, это где-то 1.50 дроп. Во. 1.50 примерно дропус. Я хочу сейчас его взять, но это не точно. Правильно твою штуку, которую он мне обещал, вот этот дроп. Давай. Так, я не понял. Он что, хочет фейсплант, что ли, сделать в асфальт? Ладно, о чем я? Пойду монтировать дальше. Ой-ой-ой. Нормально? Ой, меня вперед понесло. Я на переднее колесо вот так вземлил просто. Там прям было видно в воздухе, прям как ты, типа... Да, вот так... меня наклонило прям нормально так. Такое. Тут мы решили поддержать музыкантов, они правда хорошо играли. Хорошо, мы подкинули деньжат. Мы недалеко отошли от музыкантов. Вон там вот прям сзади Сани они стоят, их видно. Да, вот они. Сука, самокат упал. И тут есть вот такой фонтанчик. Саня хочет сейчас что-то вам продемонстрировать. Давай, Саня, плюс. Чиш! Хорош, брат. Нормально. Бьем. В общем, мы решили сесть у этого фонтана, чтобы жестко перекусить, а потом вернуться к вам с новыми силами. После плотного обеда мы с Санечком летим дальше покорять плота этого прекрасного города. Около этого прекрасного фонтана. Let's go! Мы опять недалеко ушли от фонтана и нашли еще один спот. Ну как спот? Это не совсем спот. Это вот такой вот упирающий из земли люк. И Санек хочет сейчас жесткую мутню намутить на нем, да, Саня? Давай! Жесткая мутка. Будет перелетать вон тот люк, который я делал, вип на бар, на ноу-фуд. Давай. Нам тесно быть вместе, сука, пойми, нам тесно быть вместе. Мне так не по кайфу, сука, пойми. Вижу только часы, типа войти, а я сижу перед микрофоном своего войти. Хорош! Сука, пойми, о, не делай мне мозг. Хотя бы раз не делай мне мозг. Мы снова! Мы все никак не можем уйти от этого злополучного фонтана. Вот он там находится. Мы нашли спот. Тут две ступеньки. Санек сейчас будет брать их на трючки какие-нибудь там. Бар в дропчик, вип в дропчик. Давай! Хорош! Давай сразу в дорожку на вип! Сразу в дорожку на вип! В общем, если еще что-нибудь прикольное найдем, то тоже покажем. Мы сейчас направляемся в скейт-парк, который хорош. Это чисто... Подожди, Саня, отойди в сторону, в добавку. Мы, в общем, сейчас едем в скейт-парк, который я нашел на Google картах. Приедем туда, если не найдем ничего интересного больше, то подснимем что-нибудь там. Let's go. Короче, ехали. Вон Санек впереди меня едет. И нашли мы вот такой скейт-парк. Ну как нашли? Нас сюда Google карты перевезли. Мы подъезжаем. Я думаю, а что тут пусто, типа? Бля, чуть не упал. Сейчас просто посмотрите на состояние этого скейт-парка. Ему прям очень плохо.
сама. Вот это сама. Вот, Саня, ты иди сюда, иди сюда. Чисто в дырку улетел. Это да. В общем, сейчас, может, что-нибудь придумаем, может, скатаем как-нибудь. Парк настолько убитый, что его даже очень сложно назвать парком, но Саняк вот такую штуку умудрился сейчас сделать, чисто с первой попытки. Давай! Одна попытка, трюки с первой. Это какой-то слайд на... Волрайта слайд. Давай еще, в дорожку чисто. Ну, почти. Ну, в общем, мы сейчас поедем на еще один спот. И встретимся с вами уже там. Я вас случайно наебал. В общем, мы придумали одну очень стильную фишку с вот этим волрайдом. Сейчас Александр все это продемонстрирует. Александр, демонстрируйте. Кулачок. Нормально, пойдем. Ну все, сейчас мы точно едем на спот. Мы больше ничего нормального не придумали с этим дропом. Потому что после мусорки идет вот еще один дроп. И тут стекло, и как бы не особо приятно было бы на него падать. И мы решили посладить на деке, нам делать больше нечего. Вот он сейчас будет сладить на своей же деке. Давай. Борт слайд по деке. Меня не убей. Хорош. Сейчас он скользит на моем самокате. Так, сейчас расценим, ну, стоимость ущерба, то сколько тут, ну, насчитаем, ну, столько этот парень должен мне заплатить. Мы с Саньком, с Санечком, да, вот Санечек у нас тут. Едем вот туда вот на остановку, вон там ее, надеюсь, видно. Садимся на автобус и едем домой, да, Санечек? Камеру врубай. Приезжаем и видим вот это, сука. 35 минут, 34 уже сидеть. На чертовой остановке. Кайф. Санечек водичку сейчас будет пить, да. А там вот еще фонтанчик красивенький. Ну, в общем, зайдем в автобус и закончим ролик. Мы будем сидеть сейчас 35 минут, а для вас пройдет всего 1 секунда. В общем, мы уже приехали домой. Санечек уже Саня забыл свой портфель на остановке. Я один доехал, мне пришлось выйти. Вот. В общем, всем пока. С вами была команда Beating You. Всем удачи. До скорых встреч. Короче, Максим хочет взять вот этот дроп. Давай. Я прошу. А ты тут налево стоишь.